Всем привет! Только что завершился матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу между футбольным клубом «Динамо Брест» и футбольным клубом «Неман Гродно». У нас есть первая победа в сезоне. Наша команда одержала победу со счетом 2-0, что характерно, два забитых мяча на счету нашего капитана Александра Демешко. Саша, как игра? Ну, в первую очередь хочу поздравить всех с победой. Игра была тяжелая. Придерживались установки тренера, играть агрессивно, ну и считаю заслуженно, что выиграли этот матч. Саша, скажи, пожалуйста, вот ты как капитан проводишь какую-то работу с командой, все-таки ребята молодые, нужно их как-то настраивать, наверное? Ну, в первую очередь, есть у нас тренерский штаб, который как-то подводит, но внутри коллектива, можно так сказать, что немножко где-то, если напихать надо, то напихает, это даже не обсуждается, то есть ребята все адекватно понимают, что... кто я есть и что мое слово значит в команде. А скажи, пожалуйста, сегодня ты на такой достаточно непривычной для себя позиции играл нападающего, был, так сказать, на острие атаки? Ну почему? Я в том году все матчи, можно так сказать, отыграл нападение. Как говорится, кто тренер поставит, там и нужно приносить пользу. Главное приносить эту пользу и все. Ну, понятно, что ворота не поставить, потому что маленьким ростом, а так как бы считаю, что поставил, ну значит поставил. Хорошо сыграл, но это он мне уже завтра скажет после игры, хорошо я сыграл или плохо, даст оценку. Ну и последний вопрос, каково это чувствовать себя лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси на данный момент? Ну, самое главное без эйфории, я не в том возрасте уже, чтобы как-то эйфория, как бы выиграли, все команды молодцы, не я один, все команды, начиная от запасных, начиная от водителей автобуса, массажистов, докторов, все полностью работали на эту победу, и мы заслуженно победили. Я считаю, в западном мире. Спасибо большое. Спасибо. Все, пока. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, задавайте вопросы, заходите на наш новый, свежий, обновленный сайт dynamobrest.by. Там вы найдете много интересного. Приглашаем всех молодечно на матч с футбольным клубом Ислыч. Пока. Я слишком сильно переживала.